Приветствую всех любителей острова. Вашему вниманию нож манси. Один из традиционных ножей народов севера. Клинок ручной ковки. Сталь Х12 МФ. Обращаю внимание, на клинке асимметричные спуски. С левой стороны 2/3, с правой стороны спуск от обуха. Именно благодаря этому нож обалденно работает по дереву. Что-то подрубить, построгать вообще без проблем. В то же время нож отлично режет, так как с правой стороны присутствует спуск от обуха. Рукоять из карельской березы, пропитана маслом даниш, больстер эбонит. Форму рукояти покажу, да, для удобства хвата. По размерам 267 общая длина. Длина клинка 137, ширина 21,5, 3,9 в обухе. Обалденный рабочий нож, универсальный, куда угодно, природа, рыбалка, охота. Друзья, кто-то мне писал, он неудобен, им неудобно будет работать. Мне об этом не надо рассказывать. Вы расскажите это тому, кто у меня приобретал такой нож и им работает. И кто в последующем обращался еще за такими ножами, в подарок своим близким. Как-то так. Вот такой красавчик. Легкий, удобный, маневренный. Клиночек узкий. Вещь. Ножны из натуральной кожи, погружного типа. Два подвеса, свободный и жесткий. И вот так будет сидеть в ножнах. Также присутствует шнур кожаный. Можно использовать как дополнительный подвес.